всем большой привет! Сегодня 25 июля 2019 год. Мы находимся в Лазаревском, пляж Лазурный. Вот такая погода на сегодняшний день. Светит солнышко, очень тепло, небольшой ветерок. Вот такое море. Все люди купаются. Полный пляж людей. Температура воздуха 24 градуса. Ну вот море как бы не очень спокойно. Есть небольшие волны, так как поднялся ветерок. Ну, посмотрим, какая погода будет дальше в течение дня. Мне вчера больше понравился. Ну, пока очень тепло. Вот такие волны сейчас. Скажи, сынуль, хоть на волнах немножко покатаемся. Водичка чистенькая, вообще прям хорошая. Так что пока всем хорошо, пока все купаются. Все отлично. Ой, промочила мне ноги. Небольшие волны, небольшие. Приятно купаться, приятно немного покататься на волнах. Ну вот сейчас прям поднялся ветерок и начинаются волны. Сейчас около 11 часов дня и вот такое море. Небольшие волны. Не так, конечно, часто, но с некоторой периодичностью.
вот такое ощущение. Потому что волны прям становятся все больше и больше. Да, уже воду размутили, и при том волны еще такие. Вот такая жара сегодня в Лазаревском, печет солнце. Мы ушли с моря, потому что уже невыносимо находиться. Очень жарко. Ну вот, становится пасмурно. Небо все в тучках. Наверное, скоро пойдет дождь. Вот такая изменчивая погода в Лазаревском. Ну вот, все, полил и дождь, как и обещали на сегодня. Вот тебе и погодка. С утра было солнышко, тепло, сейчас идет ливень. И начался сильный ветер.